На территории торпеды свою работу возобновил центральный каток. После продолжительной оттепели его снова залили. Добавлю, это один из самых больших катков на территории округа. Теперь он открыт для посещений каждый день. На его территории работает прокат коньков, а также кафе. Здравствуйте. Добрый день. 43-й, пожалуйста. Новогодние каникулы и праздники подошли к концу. Но морозы в Люберцы пришли только сейчас. А это значит, что самое время вставать на лед. Ведь центральный каток на стадионе «Торпеда» снова открыли. Спасибо. Эта зима оказалась непредсказуема. Из-за аномально теплой погоды в декабре каток работал всего 2 дня. Хотелось перед Новым годом покататься, но что-то у нас погода не очень была. Все таяло. Вот я очень рада, что похолодало наконец-то. Погода хорошая. Для всех любителей зимнего развлечения это настоящий праздник. Ведь наконец-то все свободное время можно посвятить катанию на коньках. И нам удалось подготовить хороший лед. Хороший лед для люберчан и гостей города Люберцы. И хочу отметить, что мы самые первые открыли зимний каток с натуральным льдом Московской области. И у нас лед очень большой, 16 тысяч квадратных метров. То есть есть где разгуляться русской душе, покататься на коньках вдоволь. Для всех желающих и любителей активного образа жизни по выходным будут проводиться веселые старты, мастер-классы и соревнования с призами. Мероприятие будет проводить школа «Лед» совместно с руководством стадиона. Будут проводиться мастер-классы по фигурному и хоккейному катанию. И будут также, соответственно, проводиться, в планах у нас стоит стрит-хоккей, то есть уличный хоккей там, без вратарей. В будние дни центральный каток открыт для посетителей с 16:00 до 22:00. Выходные с 11 до 10 вечера. На территории работает прокат коньков, а также кафе, где можно отдохнуть и перекусить. Ветераны, сироты, многодетные семьи и дети до 7 лет могут посещать каток абсолютно бесплатно. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.